Всех приветствую! Вы на канале Black Market, и сегодня хочу рассказать, как заработать в интернете на играх с выводом денег. Покажу 3 топовые игры, в которых я сам участвую и зарабатываю. Они полностью без баллов и кэшпоинтов, и на них можно зарабатывать без вложений. Первая игрушка — это Монополист, работает всего на 5 дней, и сумма пополнений, то есть резерв проекта, уже практически 4 миллиона рублей. В регистрации получаете завод за 10 рублей в подарок, на который можете зарабатывать уже без вложений. Этот проект от проверенного админа, у него есть сайт 3 в 1, который работает уже 138 дней и все это время стабильно выплачивает. Есть группа ВКонтакте, где вы можете посмотреть основные новости проекта и написать админу в техподдержку. Давайте перейдем в аккаунт. Зарабатываем мы здесь на вот таких вот заводах, всего их 4 штуки, их можно улучшать, тем самым повышая их прибыль. Здесь у них разная доходность и разная стоимость. Я приобрел себе несколько заводов. Шины за 10 рублей даются в подарок. Так, потом вы собираете эту всю прибыль и уже на рынке продукции продаете. Есть серфинг сайтов, то есть вы будете просматривать такие баннеры и получать за это деньги. Есть бонус ежедневный, получая его, вы можете также развиваться и покупать другие заводы. И есть бонус за скриншот. Оставляете бонус на форуме МГП и вам начисляется бонус. Так, давайте покажу выплату, буду выводить на Payeer. Так, 58 рублей. Здесь автоматические выплаты, Payeer. Так, выплата успешно произведена, заходим в Payeer, обновляем. 57 рублей 45 копеек с проекта Monopolist, так что эта игра платит. Следующий проект у нас Fruit Money. Это топовая игра, которая вот уже 151 день. Полностью без баллов и кэшпоинтов. При регистрации также получаете яблоня за 10 рублей в подарок. Можно играть без вложений. Давайте войдем в аккаунт. Давно я здесь зарегался. Зарабатываем здесь на таких вот деревьях. Всего их 4 штуки. Их также можно апгрейдить и повышать их прибыль. Здесь у меня большой уже сад. Собираем это все, плоды, и на систем рынке продаем. Получается, в этой игре есть дополнительные бонусы, это квесты, которые вы можете также пройти и получить за это деньги. Давайте я покажу их. Так, вот она вкладочка. Вы проходите квесты и за это получаете деньги. Там, подписаться на группу, получите рубль. Либо там набрать 50 рефералов, получите 50 рублей. Запишите видеообзор, также вам начислятся деньги. И ежедневный бонус, тоже его получаете и тем самым здесь развиваетесь. И, как всегда, есть серфинг сайтов. Давайте я закажу выплату. Пополняться можно через различные платежные системы и также выводить. Можно даже на карту выводить и на биткоин кошелек. Буду выводить на Payeer 162 рубля. Ввожу платежный пароль и заказываю выплату. Так, выплата успешно произведена. Заходим в Payeer кошелек. 160 рублей с проекта Fruit Money. И следующая игра, это третья у нас. От админа Fruit Money, Motor Money. Работает она практически уже год. Здесь огромнейший резерв, 72 миллиона. Тоже она без баллов и кэшпоинтов. Давайте перейдем в мой кабинет. Зарабатываем здесь на машинках различных. Вот такой у меня автопарк. Так, зайдем в него. Чем дороже машинка, тем больше прибыль она приносит и быстрее окупается. Первая машинка дается в подарок. Доходность 25% в месяц. Здесь вы снимаете деньги, это все. Есть также оплачиваемые квесты, ежедневный бонус и серфинг сайтов. И как во всех играх, партнерская программа. Составляет она, получается, здесь 7% от первого уровня и 3% от второго. Так же, как вот в этой игре. Так, давайте я выведу деньги. 36 рублей 72 копейки. Буду вводить 36. Так, ввожу платежный пароль. И заказываем выплату. Выплата успешно произведена. Заходим в Payeer кошелек, обновляем. 35 рублей 66 копеек с проекта Motor Money. Так что эти все три игры платят. Fruit Money, Motor Money и Monopolist. Всем их советую. Регистрируйтесь, ссылки будут в описании. Зарабатывайте без вложений. Также можно с вложениями. И вы окупитесь и будете получать пассивную прибыль. Всем удачи, всем пока!